Господи, вы же просто ящики с ногами! Это же ваше единственное назначение – жать на кнопки! Как можно не уметь то, для чего вы были созданы? Постарайся отнести меня туда, я закидаю его парадоксом. Теплее? Теплее? Горячо? Горячо? Так, холоднее. Ужасно холодно, как в Арктике. Очень-очень холодно. Слушай, нажми наконец эту кнопку! О, как смешно. Мы тут уже 12 часов торчим, а вы все еще не закончили. Не понимаю, чего это вам так весело? У вас один час. Решите задачу. Наверное, это нечестно. Это парадокс. Ответа нет. Смотри, если я не вернусь в свое тело, тут все взорвется. Ложь. Выбираю ложь. Взрыв неизбежен. Срочно начать эвакуацию. Я думал, что все исправил. Опасность. Температура реактора приближается к критической. Вот, почини. Ух ты. Как здорово вас снова видеть, ребята. Оказывается, у нас тут дефицит испытуемых. Так что вы очень кстати. И вперед! Ты не представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему. Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше, это как... Зачем тестировать? Надо тестировать! Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть. И все будет прекрасно. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Заткнись! Кажется, у нас проблемы. Я сам создавал это испытание, но немного сложное. Обрати внимание на ров. Смертельно невероятно опасный. Не прямо сейчас, но будет в итоге. Я над этим еще работаю. О, да, не дурно. О, первый класс. О, это было здорово. А есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты проходишь снова и снова. Да, так гораздо проще. И все будет прекрасно. Ладно, теперь давай по новой. Так, не могу винить себя за старание. Так, тесты, новые тесты. Должны же быть где-то еще какие-то тесты. А, вот! Так, значит, затея с парадоксами не удалась. Я чуть не погибла. К счастью, судя по всему, он знает об испытательном крыле не больше, чем о логических противоречиях. Кажется, не умереть и найти его будет несложно.
Все хорошо, все как надо, только что изобрел еще пару-тройку тестов. Это один из моих тестов. Не совсем, не совсем. Посмотри на слово «тест» на стене, оно свеженькое. Серьезно. Вы идите пока, я вас догоню. Плохие новости. Тестовые камеры впереди. Это мои камеры. И они могут нас убить. Хорошие новости. Честно говоря, их нет. На этот счет поговорим потом. Я хочу помочь тебе пройти испытание, но не могу. Прости. Ты теперь сама по себе. Этот тест я сделал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Делал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест.
сделал сам. Из кусочков тестов, что сумел найти? Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Так, это слишком затянулось. Я просто скажу тебе, как пройти это испытание. А, видишь, вон ту кнопку. Тебе надо просто на... Я могу помочь тебе пройти эти испытания. Неважно. Неважно. Проходи тест самостоятельно, сама по себе. Что? О нет, ты нажал эту... Я знаю, у нас большие проблемы, и, наверное, мы вот-вот погибнем. Но оно того стоило.